В рамках городского конкурса состоялось награждение лучших педагогов. Каждый год это мероприятие помогает найти лучших профессионалов в своем деле. На торжественном мероприятии побывала наша съемочная группа. Конкурс «Учитель года» традиционно проводится с 1992 года. Лучших воспитателей определяют с 2008. Надежда Кальметова показала лучший результат номинации «Педагог-профессионал». Этот титул появился только в прошлом году. Участвую, наверное, раз в шестой в таком конкурсе за столько лет. И первый раз я добилась таких результатов. Наконец-то. Я очень долго шла к этому и, наконец, добилась своего. Я очень рада, но не ожидала. Среди воспитателей была самая серьезная конкуренция. 64 человека боролись за это звание. Для Анастасии Гайнудиновой это не только профессия. Она искренне верит, что быть воспитателем – это призвание. После победы в этом конкурсе в ее планах участие на республиканском этапе. Я думаю, все воспитатели – это непростые люди. Мы все попали в эту профессию не просто так. Это не случайные люди. Но воспитателю года нужна целеустремленность, уверенность в своих силах, конечно же, поддержка коллектива, ну и творческий подход во всем. Лучшим учителем столицы в этом году стала Татьяна Андреева, учитель математики 12-й школы. После этапа республиканского конкурса все финалисты примут участие на всероссийском уровне. Алексей Табинов, Татьяна Раевская, Республика.